Уже за час до начала концерта муромляне и гости города стали собираться у сцены. Погода отблагодарила столицу всероссийского праздника за терпение. После дождя солнце ласкало набережную. Организаторы устроили конкурс, создав тем самым атмосферу, которая окутывает влюбленных. Камера выхватывала какую-нибудь пару и выводила ее на большой экран. Увидев себя, она должна была поцеловаться. Среди почетных гостей президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга председателя правительства страны Светлана Медведева. Перед зрителями выступила Светлана Орлова. Губернатор 33-го региона рассказала о сюрпризе. В подарок для нашей сборной «Гусь Хрустальный завод» выпустил необычный футбольный мяч красного цвета. Сила, воля, дух наш будет помогать нашей команде. У нас от всех владимирцев есть сюрприз нашей футбольной команде. Наш завод «Гусь Хрустальный» сделал хрустальный мяч. Вот этот мяч мы передаем нашей футбольной команде. В праздничном концерте приняли участие звезды российской эстрады: Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Алсу, Игорь Николаев, Игорь Саруханов, Зара, Денис Майданов, Анита Цой, Жасмин, Стас Пьеха, Марк Тишман, Дина Гарипова, группа «Пицца». Ведущими стали супруги Виктор Васильев и Анна Снаткина. С праздником, муромляне! С праздником, любимая страна! Песня о семье, любви и отчим доме. Трехчасовое представление прошло на одном дыхании, затронув ноты души каждого. Хрустальным голосом, как пели, звенит ребячий смех чудесный. Впечатления о дне, проведенном в Муроме, у жителей и гостей самые теплые. Это самый любимый наш праздник для нашей семьи. Ежегодно мы приходим на этот концерт, и каждый год он становится все лучше и лучше. Жалко, что папа сегодня на работе. Я ожидал, что здесь можно превратить праздник в такую сказку. Концерт отличный, хороший. Спасибо большое организаторам за такой праздник. Мы приехали второй раз. Первый раз мы ознакомились с городом, нам понравилось. Мы специально приехали на этот праздник, готовились к нему очень долго. И просто восторг. После концерта и фейерверка зрители не спешили расходиться. Территория у главной сцены, да и вся набережная, где на больших экранах транслировался концерт, превратилась в одну большую фан-зону. Очень приятно, что зрители остались, никуда не ушли, что мы все вместе будем болеть за Россию. Порядка 30 тысяч болельщиков смотрели матч на песке. Вместе со всей страной Муром поддерживал российских футболистов. Всего День семьи, любви и верности собрал в нашем городе на празднике более 140 тысяч человек. Елена Петрова, Александр Симонов, новости Муром.